так, дорогие мои, будем делать, пробовать мороженое. Берем вот такой вот один пакет, пока на пробу сделаю, а потом посмотрим, что нам для него понадобится. 200 миллиграмм охлажденного молока, добавить туда смесь, взбивать 3-5 минут и поместить в морозилку на 4-5 часов. По сути, легко, ничего тяжелого нету. Но мы посмотрим, попробуем не испортить наше мороженое. Я приготовила вот такие вот формочки, которые с фикс-прайса. Так, сейчас покажу вот такие вот, видите? Вот они. Деткам будут туда складывать, чтобы заморозить. А некоторым мы просто в контейнеры и уберем морозилку. Ну что, дорогие друзья, сейчас я приготовлю молоко, приготовлю вот это все и будем с вами делать. У меня есть как раз такой вот миксер новый. Вот заодно испытаем, что у нас получится. Так, дорогие друзья, Светик, дай, пожалуйста, ножницы. Принеси мне маленькие ножницы, будь добра. Я уже отмерила в стакан 200 миллиграмм молока и выливаем сюда. Будем здесь сбалтывать, все это замешивать. Пока на одном пакете попробую, а потом еще... Написано, что должно получиться 400 миллиграмм мороженого. Светик принесла мне ножницы. Сейчас мы с вами аккуратно отрежем. Вот неудобно то, что здесь нету этого зип такой застежки. Раз. Вот такая вот смесь внутри. Я не знаю, будет вам видно или нет, но вот сейчас буду высыпать, и вы все увидите. Мы сегодня с вами пробуем сделать это карамельное. Вот такое вот. Даже пахнет, ребята, очень вкусно. Сейчас я свет включу. Там выключу, потому что мне надо миксер сейчас включить. Наверное, надо было в чаше делать, а не так вот. И сейчас нам надо повзбивать. Написано 4-5 минут. Вот сзади инструкция. Если хотите, остановите, посмотрите. Ну, а мы начинаем взбивать. Ой. Блин, как неудобно. Нет, надо переливать. Ребятки, все-то надо переливать, потому что это не дело. Брызги в разные стороны. И мне все это не нравится. Переливаем. Так, я все перелила вот в этот стакан, потому что брызги в разные стороны, ребята, идут. Поэтому взбиваем дальше. Смотрите, ребят, какая уже густая масса получилась у меня. Но по времени мы еще мало взбивали. Мы взбиваем 4-5 минут, не забывайте. Вот, ребят, повзбивала. Вот такое вот густое оно получилось. Ну-ка. На вкус уже как будто мороженое. Слушайте, так классно. Знаете, такое растаявшее мороженое. Смотрите прям. Ну, я еще повзбиваю. Все, ребят, взбили. Это пока отставим где-нибудь. И сейчас, Катюша, дай мне чайную ложечку, пожалуйста. Уберем вот эти вот все штучки и будем заполнять ложечкой формочки наши.
Не знаю, получится нет. А у меня где-то рукава есть. Сейчас я найду и будем рукавчиком заполнять. Дорогие друзья, нашла вот такой вот рукав. Сейчас, Свет, смотри, вот здесь вот дырочку держи, закрой дырочку пальцем. Я буду попробовать. А нам какая разница, нам заполнить чистую форму. Держи, а я буду заполнять пакет этот. И выдавливать будем, попробуем выдавить. Что у нас получится, мы не знаем. Но очень дети надеются, что у нас все получится, да? Да. Ваня говорит, да. Ваня очень хочет такое мороженое. Да. Большое. Большое, да. Вкусное, наверное. Так, ну давай сначала попробуем. Все, пускай. Там оно уже не должно. Ты знаешь примерно как? И не тут. И вот так вот заполняем. Ване хочется интересно посмотреть, да, Ваня? Как мама заполняет, да, Ванюшка? Ты будешь потом такое мороженое кушать? Да. Да, вкусное будет, да, мороженое? Да, вот такое вот разное будет мороженое. Деткам будет интересно. А буду это. И это будешь ты, да. Все. Сейчас закрываем вот этими вот крышечками и убираем в морозилку. Катюша, давай вторую форму тоже сюда. А что не помогаете маме-то? Закрывайте. Ну-ка, давайте, буду, помогайте. Я буду. Закрывайте. Ванечка, давай, закрывай. Ой, ты моя умница. Да не так. Не так, Вань. Вот так, все. Катюша, убирай это в морозилку. Ванечка, подожди. И заполняем вторую форму. Ваня, тихо. Сейчас заполню рукав и заполню вторую форму. То мороженое мы заполнили. Остатки мороженого я решила вот по таким маленьким стаканчикам сделать. Сейчас из пакета сначала все выдавлю, а потом из формы. Потому что тут в пакете все самое вкусное. Все. Пакет туда и заполняем остатки мороженого тоже в эти контейнеры. Вот один заполнили. Сейчас второй будем заполнять. Стаканчики это просто для детишек, для маленьких. Им интересно будет стаканчик есть. А остальные уже могут и в таких формочках. Ванечка, все тихо. И в таких формах им будет очень даже вкусно кушать. Главное, чтобы вкусное мороженое было. Кто со мной согласен, ставьте лайк. Ты согласен? Ты лайк маме поставил? Молодец, видишь, какой-то у меня. Так, вычерпываем все мороженое и слаживаем его, складываем в форму. Мне? Пришел Ильюша и смотрит, понять не может, что такое. Как думаешь, что это? Я что, не вижу, что ли? А, ты видишь? У Ильюши скоро день рождения, 1 числа. И он прям его очень сильно ждет. Думает, мы ему новый телефон подарим. Все, дорогие друзья. Так вот, можно отсюда немножко сюда сделать, чтобы одинаково было. Все, накрываем крышечками и убираем морозилку. Через пару часов мы вам покажем, что у нас получилось. Если интересно, то оставайтесь с нами.
Ну что, дорогие друзья, у нас прошло 2 часа. Мы попробуем сейчас вот это вот мороженое отсюда достать. Я здесь форму налила холодной воды. Сейчас мы сюда добавим горяченько немножко воды, для того, чтобы нашу форму немножко опустить в теплую водичку. И попробуем достать. Все, вода тепленькая. И ненадолго поставим ее туда. Попробуем, что у нас получится. И потом в эту тарелочку, если получится, достанем. Так вот наклоним. И будем смотреть. Нет еще. Значит, дольше надо подержать. Мне кажется, в обычных стаканчиках намного лучше было бы. Ну, видите, у меня же малыши. И они хотят в формочках, в красивых мороженьки, да, Оксана? Оксана стоит тут, смотрит так, скажет, что мама такое делает? Дай, скажи, мороженое уже, да, Оксана? Ага, они уж очень сильно, ребята, ждут это просто вообще. Ура! Первая мороженка досталась, вот такая вот. Так, ой, надо, наверное, сразу же давать, потому что оно, ребят, подтаивает. Второе мороженка досталось такое. Так. Третье мороженка досталось. Ой. Сейчас мы все мороженки с вами достанем, а потом ненадолго в морозилку положим. Четвертое мороженка досталось. Ну, это для маленьких удобно. А для больших, ну вот это вот куда? Это совсем маленькое мороженое, как вы понимаете. Для малышей самое то. Еще одно достали мороженку. Еще 2 осталось нам с вами достать. Еще одно достали. И еще одно достали. Вот, ребята, вот такие вот мороженки у нас получились. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Ну, а мы сейчас пойдем пробовать. Пробуйте тоже вместе с нами и заказывайте. Если кому надо ссылочку, напишите в личку, я вам дам такой, где я заказывала. Ну, вот мы сейчас пойдем пробовать карамельное. Оксаночка, выбирай. Пробуй и скажи, вкусно или нет. Вкусно. Вкусно? Как настоящее мороженое? Короче, ребята, пойдем мы тоже все пробовать. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. А мы пошли мороженки кушать. Попробовали все уже мороженку. Сказали, очень вкусное. Но мне тоже понравилось. Вкус такой, знаете, немножко из детства. Карамельное, ничего неплохое. Я еще хочу. Ну... Подожди, сейчас я еще достану. Подожди немножко. Достанешь еще? Так что берите. Рекомендую. Теперь мы тоже будем постоянно такие пакетики брать. Но у нас еще есть другие вкусы. Мы еще другие попробуем. Потом выберем, какие мы будем постоянно брать. Вот такой вот, ребята. Сегодня был влог. Если вам понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, писать ваши комментарии. Иначе вы пропустите нашу жизнь. Всем хорошего дня и хорошего настроения. Всем желаю крепкого здоровья.